С 15 октября 2015 года официально введена платная парковка. Она разделена на две зоны. Стоимость одного часа парковки в зоне номер 1 составит 20 рублей, в зоне номер 2 – 10 рублей. Оплатить парковочное место просто. Способ первый. Отправьте смс-сообщение на номер 9878 с текстом R71, это постоянный префикс, звездочка, далее номер парковки, звездочка, далее номер вашего автомобиля, звездочка и количество часов. Способ второй. Зарегистрируйтесь на сайте tulaparking.ru и пополните парковочный счет. Теперь вы можете приступить к оплате. На карте выберите парковку и нажмите «Оплатить». Проверьте номер зоны, напишите полный номер транспортного средства с регионом и укажите количество часов. Способ третий. Через приложение для мобильных телефонов. Скачайте приложение, зарегистрируйтесь, пополните счет. На карте выберите парковку, проверьте номер зоны, напишите полный номер транспортного средства с регионом и укажите количество часов. Нажмите «Оплатить». Также на все зоны парковок города Тулы действуют абонементы. Приобрести абонемент можно в кассе МКУ «Автохозяйство» или на сайте tulaparking.ru в личном кабинете. Какой бы вы ни выбрали способ оплаты, важно знать, что парковку необходимо оплатить в течение получаса, как вы припарковали машину. Штраф за неоплату парковки – 2500 рублей. Если у вас возникли проблемы с оплатой парковки, позвоните на телефон горячей линии 440494.